Минздрав снова отстранил Екатерину Амосову от должности ректора медуниверситета имени Богомольца. Ранее такое же решение приостановил административный суд столицы. Речь идет о скандале между Минздравом и вузом из-за экзамена «Крок стоматология». Екатерина Амосова считает, что министерство сводит с ней счеты, поскольку она отказывалась платить центру тестирования при Минздраве за этот экзамен по закрытой процедуре.